Итак, условия такие. Я дам зелье, которое превратит тебя в человека на 3 дня. Ясно? На 3 дня. Послушай, это очень важно. Прежде чем на 3-й день зайдет солнце, ты должна сделать все, чтобы принц полюбил тебя. А значит, должен быть поцелуй. Но не дружеский, а поцелуй истинной любви. Если принц поцелует тебя до заката 3-го дня, ты навсегда останешься человеком. И если же этого не случится, ты превратишься в русалку, и тогда ты в моих руках. Ну так что, идет? Значит, став человеком, я никогда не увижу папу и сестер. Так и есть. Но ты будешь с принцем. Мы часто делаем выбор, не так ли? О, и еще один момент, детка. Мы не обсудили, какова плата. Ничто не дается даром, верно? Но у меня никаких... Отдай мне одну вещь. Так, сущую безделицу. Что есть, что нет. Мне всего лишь нужен твой голос. Мой голос? Решайся, крошка. Тогда болтовне, пению, конец. А как же мне быть? Как же я? А твоя внешность? Ты просто прелесть. И не стоит забывать такую важную вещь, как язык нашего тела.